Ребят, всем привет. Хочу вам рассказать, что мне вот Pinlock Stage of Down выходит игрушечка уже скоро, 8 числа. Вот, рассмотрим, посмотрим, что это за игра. Вот, ну чё, я не знаю, нормально. Нормально, да. Инверсия камеры. Я не знаю. Фон текста полупрозрачный. Начать новую игру. Нор, с того момента, как мертвяки провалились за ворота, минуло уже 10 страшных лет. Я обещал тебе, что мы закончим эту войну. Сегодня пришло время держать обещание. У Сама появился план взорвать ворота, чтобы навсегда оставить поток мертвяков. Мы с Халином вызвались добровольцами. Возможно, мы не вернемся, но лучше попытаться, чем оставлять тебя в этом безумном мире. Ты никогда не получишь это письмо, и мне жаль прощаться с тобой таким образом. Но мы оба знаем, что мы меня не отпустило. Я прожил долгую жизнь, но лишь своим проявлением на ней появился смысл. Нор, пообещай мне оставлять все в живых, а я ухожу, чтобы заслужить покой. Бас. Интересно. Какие-то мертвяки. Вау. Что это за игра? Что это такое? Вау. 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 Ебать. По-моему, у вас звук громкий. Сейчас поправлю. Not accepting anyone. Just pretend I loved you, all right? You sent Baz and Hartlin to the door to the Great Below. I don't have time for this, Vanek. Requesting permission to- Denied. Baz can't fight at his age. Harlan can't cover for him and blow the door at the same time. I'm the best upper you've got and you know it. Return to your station, Vanek. Was that? Can't have been them. Blast came from too low, wasn't nearly loud enough. I see. They're late, aren't they? Just give the order. All right then. All right. Follow the trenches to the old fort. Stop for nothing and no one, understood? Yes, Field Marshal. Zaparun, clear the way. No rest till dawn. No rest till dawn! Ага. Игра просто очень громкая. Я ее потише сделал. Я увидел, что... Ё-моё. Как бегать? Бегать на контр? Чего? Ладно. Что бывает первый раз? Да я уже понял, что на контр. Почему-то. Веник, я думал, ты погибла. Россия, если разочаровала. Подожди, а что это за такая за игра такая? О, записочка. Обожаю записки, где типа надо читать и... Нет, не читать, а не отпускаю. Скользить. Скользить? А, для этого сделали, я понял. Огнестрельное оружие. Выстрелить из... Ага. Подожди, а это Souls игра или нет? Мне кажется, это Souls игра. Потому что, типа... Ё-моё. А где жизнь? Да, это Souls игра. Ё-моё, это чё, по-серьёзно, Souls игра?
Ну, такая простенькая пока что. Соус игра. Не, ну вообще прикольно сделано. На максимальных настройках выглядит очень круто. Репутация — это ваша слава и опыт. Его можно тратить на получение навыков и предметы. Репутация... А, ну типа как... Нажми V. Нажми, чтобы получить репутацию. Удерживай. Ну, может быть, это пока легкая игра, как говорится. Пока изи. Ебать. Еще стоят, ё-моё. Нормально. Нормально. Ну прикольно, прикольно. Ну можно было взорвать их это. А, можно типа не это, не брать жизни, а просто их копить для того, чтобы типа это, а вражески парировать. Ю. Ага, парировать, ага. Ага. А как его? Это подожди. Дай поймать надо. Прям перед ударом надо. Ё-моё. Прикольно. Не, прикольно, прикольно, ребят. Парирование крутое. А я могу вот, типа, не брать пока что вот это 24%, или они сгорят? Нет, не сгорят? Нормально. Всё, я могу, типа, их хранить сколько... Пробивая атак нельзя блокировать. Спасибо, братка. Я тут все понял. Ну, чтобы был конец, ага. А, да, если меня бьют... То если меня бьют, то я... О, это босс? Чего нахуй? Чего? Ну что сказать, первая смерть. Это пиздец. А где меня засейбит? Прямо перед ним? Да. Блин, как мне неудобно на shift делать уклон. Ну ладно. Если как барин... А, ну да. Есть стамина, не могу понять. А у меня тут раз не сдох. Нормально. Блин, я... Подождите. У меня тут реклама сейчас запустится. А я думаю, у меня ее нету, тут она не работает же. У меня реклама с Твича запустилась. О, это же актриса, нет? Или похоже? Ну, вообще, ребята хорошо нарисованы. А, это вот эти, которые ребяточки. Ребяточки. О, сейчас, блин, будет Биг Босс? Ну, это какой-то специальный отряд. О, это портал. Это еще бездны, меня забери. Какая цена, ни стекла, ни из камня. Вообще не пойми из чего. Вряд ли она такая высокая. Там может быть...
Нет, она большая. Мы теряем время. Не, прикольно, прикольно. Разрушите укрепление, выставите в барьер. Что ты делаешь? Давай нам проход. А нельзя было мне раньше сказать? Бороться на стене светит, интересно, почему? Блин, прикольная игра, мне прям нравится. Ребята, если хотите на стриме проходить 8-го там, или какого там числа, можем пройти. Если хотите, можем пройти. На Зиндаю, впрочем, что-то похоже. Ё-моё! Мутуш Харто! Тайо и Шапо! Да, это же... Халин, соберись. А свет будет наш. Ебать. А что делать? Пройти бегать? Ебать. Ну я так и знал, что она должна меня уебать. Это ж классика всех игр. Ё-моё, при этом навыки разделили путь магии, вы повышаете урон на 7. А, ну типа как Lies of P. Блин, стой. Тебя бешенка. Где я? Бездна, меня забери. Хотя кого я спрашиваю? Ты иду за мной. Что, как? Стой, подожди. Будут костры. Я вызвал тебя из реки, какое-то время ты была без сознания. Из реки? Со мной был еще кто-нибудь? Нет, неважно, тебе будет достаточно. Достаточно? Для чего? Вынуснули свой нос куда не следовало. Разрушили барьер сдерживающих богов. Какой еще барьер? То есть стену, которую мы... Так это прям были вы? Вы не могли? Не знаю. Вы сломали барьер, теперь ты должна его починить. Эй. Ебать, ну как обычно. Мы натворили бед, и мы должны их расхлебывать. Выпустили бога по имени Уру. Это его армия, мрежецов, разгоняет рассвет. Он источник всех ваших страданий. И ты откуда все это знаешь? Я знаю, потому что я тоже бог. Ты мелко говорящая лиса, ты бог? Боги бывают не только большими.
Меня зовут Энки. Ты вряд ли что-нибудь обо мне слышала. Ты считай меня своим шансом искупить вину. Вы, боги, опустошили мой город. Мой мир, убили всех, кого я любил. И теперь я живу только ради мести богам. Ты так что мешаешь мне начать с тебя? Ничего? Смерть богам. Поодиночку против бога тебя не выстоять. Давай я помогу. Ты бог, один из них. Зачем мне помогать, потому что я поклялась убить? Ты хочешь возмездие? Я приведу тебя к нему. Пока Уру на свободе, твоему миру грозит смертельная опасность. Помоги мне его задержать, потом разрушение. Это самое малое, что ты можешь сделать. Как-то вырвано, да, было? Типа, ладно. Надо только попробовать выкинуть что-нибудь эдакое и тебе голову размажу. Не сомневаюсь. Ладно, как нам отсюда выбраться? За мной. Блять, следуй за Энки. Блин, не, прикольно. Я поиграл так. Поиграл, я так и не знал твое имя. Нор, меня зовут Нор. Ну, стамины нету. Ну, такая прям легкая соус-игра. Типа, ребята хотели, видимо, с такую легенькую соус-игру делать, чтобы ребята поиграли. Потому что вот начинать Dark Souls или вообще в Elden Ring, это прям пипец. Подожди, дай мне немного пороху. Зачем? Увидишь. Ведь навык. О. Навыки есть. А, сбивать? Атака, недостаток стресс. А что надо? Какой навык надо? Тренировка? Лазание есть. Ёпта, бег. Инвентарь. Можно будет шмотки менять. Ну, это типа годовар в виде соус игры. Сталь. Атака после уклонения. Навык получен. Все, ладно. Чтобы открыть, нажми для получен череп. Нажми К. Нажал. И чё? Ничего нету. Навыки. Нашел. Мы вам наебали. Пороховая агробатика. Вам доступна... А, можно не бегать постоянно. Бег восстановлен... Ну, бег... Нажал Ctrl, она контролит. А можно... Нет, я могу только... Могу один раз нажать и все. Блин, прикольно. Прикольно, прикольно. И он может через свой обладать опасно. Упав с большой высоты, вы можете получить урон и погибнуть. Чтобы прервать падение, нажмите это смягчить удар. Блин, прикольно. Подожди, а я могу типа два раза? А, да. Но я не могу... А, подожди. Ну, типа, можно не... Нет, я понял. Типа, раз. А, все, я понял. Раз и два. Типа, я могу остаться в воздухе. Увядение. Да, никогда не могу иск способен Энки. Прикольно. Демонстрация благих намерений.
здесь, что за место, где далеко от окопов. Пока ты была внизу, вот здесь изменилось, сама увидишь. Ну, типа, вдали чуть-чуть. Ну, прикольно. О, блядь! Шкала подготовки. С помощью Энки мы можем заполнить шкалу подготовки. Врата. А. Прикольно. Почему он так быстро умер? Я позвал на него метку смерти. Немного ускорил процесс. Блин, прикольная игра. А у некоторых есть броня, которая снижает урон. Лишить брони сначала подготовьте. А. Контрольные точки. Ага, ага, ага. А, я случайно зажал контрольную точку. Вы можете в любой момент открыть меню навыков. Доступные, да, о. Сколько у меня? 2500. Я бы... А, нет, подожди, вот тут была прикольная... Что это? Атака после уклонения, это активный навык. После обычных прохода уклонения можно... Вот, это прикольно, я бы хотел ее поставить. Блин, прикольно, теперь мне легче. Фига. This is way past the princess. The coalition would never. Прикольная игра такая. Древние, это не больше последних качеств древнина. Сражайтесь с врагами, чтобы добраться до их леда. А. Он назад прыгал. Победите главаря. За Assassin's Creed пошел. Вау, вы чё? Нормально. Очень мало хила, прям очень мало хила. И очень много, ну, было бы вообще побольше хил, было бы нормально. А, ну у меня еще сложность нормальная, поэтому у меня так все плачельно. Я прокачал себе? Да, прокачал, да. А после обычного или порохового крайне можно выполнить быструю ближнюю атаку. Я это вкачал, надо же пользоваться. Ту-туру, 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 ту-ту-ту-ту. Да, это соус игра. Ребята хотели сделать из... А, блядь, он, блядь, из этого.
Нормально. Она, конечно, бегает такая немножко топорно, мне кажется. А, это и есть босс? Блять. О, блять. Ну, первый босс минус. Армия мертвых побеждена. Какая-то... Да? Вам не кажется, типа, какой-то Assassin's Creed, да? Типа, смесь... В центре любой деревни есть кофейня. А победить врага, вы откроете кофейню и новую контрольную точку. Вы из кофейни, чтобы восстановить здоровье, получить награду и купить... Ну да, прям... Огонь зажжен, деревня вызвана, добрый хозяйка. Спасибо огромное, молчишь, мертвецов наводила нашу деревню, если бы не ты. Не угрози раньше времени, но победа еще далеко. Я сказал остальным хозяйкам, мы посмотрим за тобой. Пока вот держи, добро пригодить добро. А. О! Желтый, коричневый, желтый. Эти. Прикольно. Давайте красный. Пользуюсь. Ну, штаны не нужны. Во, нормально. А как уйти? А? Нор, тут же бездны, это ты. Иди сюда. Бас, твоя нога. Хочу часть оторвала при взрыве, остальные потерял инфекцию. Я знал, что ты вернешься, знал. Халин. Он сразу до конца показал гаду, говорил о том, где игроки зимируют. Нет. Мне жаль, но если бы я не питал еще тебе, на тебе время мертвецы на свободу. Души бездны, говорящие леса. Что за что? Я видел, как вы вместе дрались с медвежками, вы вместе дрались с медвежками. Это бог, он поможет мне вернуть Уру в великую бездну. На, у него же, скажи мне, малыш, помнишь, не учить мертвецким ударом, или на рассвет с каким хвоста? Я. Нам прочится целая армия, значит, нужно собрать силы. Тесать делать только в трех вершинах. Вас забраться отправиться на вершину. Билось наше самое страшное опасение. Прорав линии обороны, коалиции Метвек начали расползнять по миру. Мы пришлось пробираться обходным тропам, лишь будем тонноваться на этих тварей, чтобы отбросить их на... Там понадобится целая армия. Собрать их сейчас можно только в трех вершинах. Суровое место, в котором обитают суровые люди. Рыцари – самые старые и самые великие армии мира, и им даже удалось завоевать большую его часть. Починить тебе на лаврах накоплю богатство, похоже, подкрепить преклонение. Друзья, две единственные недели мы подошли к их столице, закону. Надеюсь, они помогут нас спасти мир. Может, тогда Нор перестанет себя винить. А, это типа было продолжение сюжета? Спасибо. Быстрое перемещение. Вы открыли новое место, в которое можно быстрее перемещаться. Используйте карту, чтобы быстрее перемещаться в открытый кофейный лагеря или это... Понятно, понятно. Ладно, и в какую сторону закон? Давно разберись в лагерь. Поешь сначала хотя бы. Блин. Чем быстрее мы заручимся поддержкой, тем лучше.
Можешь пока подождать, пока я починю твое оружие. Да, с ним так все в порядке, Бас. Блин, прикольная игра, ребят. Давайте на этом закончим, это уже 30 минут. Если вам понравился видосик, я даже допройду, вот, ну, в том смысле, не до конца, а до той демки, которая у меня сейчас есть. Вот, и может быть, мне будет достаточно этого, не покупать полностью игру. Просто в некоторых моментах расстраиваюсь. Типа, по механике, очень, типа, вот, типа, по поводу наклонов, ну, типа, в Souls игры всегда были уебанские наклоны, вот, но лица пиздатые, мне понравилось. Ладненько, ребят, всем спасибо огромное, всем пока-пока. И не забудьте лайк, подписочку и, конечно, сейчас посмотрим, что у кузнеца есть. А он пошел нас, он нас послал в жопу. Ну и ладненько, все ладненько, ребят. Всех целую, всем пока-пока. Летит он снова.